Всем привет! Сегодня получил посылочку так, по Украине. Это, так сказать, по Киеву, с сайта natskyiv.ua. Заказывал уже не первый раз, наверное, уже четвертый раз, но только сейчас решил сделать такой обзорчик небольшой. В основном заказывал вот такие вот баночки орешков. Это арахис сахарной глазури трио. Получается похоже немножко на M&M's, но намного дешевле. Получается здесь его 650 грамм и стоит он 62 гривны. Это где-то полтора, нет, 2 доллара, даже 2 с чем-то, ну 2,50, так сказать, доллара. То есть вся эта посылка обошлась мне где-то в 12-13 долларов по курсу валют, так сказать, 305 или 300 с чем-то гривен, вот так вот. Получается, что мы здесь имеем? Как я сказал, это арахис трио в сахарной глазури, вот. Видите, заказывал, так сказать, недавно, 18 января 2016 года. 18-го, да? Да, 18-го. Недавно, не знаю, когда выложу видео, так что такого вот плана у нас будут обзорчик небольшой. Вот такие вот орешки у нас поставлю. Такие здесь у нас просто, сейчас раскушу, покажу, если не рассыпется. Очень вкусные. Получается здесь сахарная глазурь или шоколад даже. И в середине арахис. Вот такого вот плана орешки. Уже такая третья или... Да, наверное, третья банка. Вот такая большая. Допустим, очень хорошая для чего-то там. Для сахара, для муки или еще чего-то. Так что очень даже хорошие баночки там в комплекте идут. Также заказывал, попробовал первый раз. Арахис в молочном шоколаде тоже очень вкусный и не такой твердый, как арахис в какао. То есть в какао он очень твердый, а здесь просто как бы вы видите даже белые точечки, это арахис выглядит. То есть здесь просто арахис, как бы сказать, вмочили в молочный шоколад и просто достали его без всяких этих глазурей. И стоимость здесь у нас 180 грамм, вот здесь написано. Сейчас у меня здесь тоже просит, цену его точно не помню, так в стороночку. И он мне обошелся, арахис в шоколаде молочном, 180 грамм, 26 гривен 46 копеек. Это доллар с копейками, кто не знает. Итак, дальше у нас идет вот такой вот чернослив. Раньше уже заказывал, но заказывал вот такую вот баночку побольше. Здесь у нас 150 грамм, а тут у нас получается 250 грамм. О, первый раз, наверное, открываю, потому что тяжело. Тоже это у нас чернослив вяленый молдавский без косточки, очень вкусный. Не такой, как в магазине. Он в магазине бывает такой суховатый. А здесь очень вкусный. Вы видите, сочный весь. Ой, вот. Весь сочный. Даже пальцы мораются. Такой очень вкусный. Сейчас накушаюсь и кушать не захочу. Так. Давайте. Ой, да и кушаю сразу. И плямкаю. Чернослив копченый молдавский, 250 грамм. Ой, я забыл там сумму сказать. Чернослив. Так, сейчас посмотрим. Чернослив вяленый 150 грамм молдавский, 22 гривны. А чернослив копченый без косточки 250 грамм, тоже 22 гривны. Это я смотрю, поэтому, может, они что-то там перепутали, разница просто. Вроде бы была даже цена одинаковая, я не помню, ну просто разница в весе. А здесь у нас копченый идет за такую же самую цену, тоже такой, ах, пахнет такой хорошо,
черносливом, сливой. Тоже такой сочный, вкусный чернослив. Всем советую. И доставка по Киеву получается на 300 гривен идет бесплатно. Доставка по Киеву курьерская. Также есть самовывоз. Это у нас изюм золотой, дамские пальчики. Сам виноград даже вкусный. Изюм, сейчас скажем, сколько стоит изюм. 250 грамм. 36 гривен. В прошлый раз через меня заказывал друг, себе взял такой вот изюмчик. И сказал, он очень вкусный, я решил себе заказать. То есть очень вкусный. Даже есть без косточек. Ну, маленькая косточка даже не чувствуется. Сочный, вкусный, не сухой. Итак, давайте да еще сладкое. Такой вот грильяж в шоколаде. Такие вот конфеты. Сейчас я посмотрю, сколько они там стоят. Грильяж арахисовый в шоколаде 200 грамм. Пластиковый контейнер с крышкой. 25 гривен 48 копеек. Итак, скроем, посмотрим. Видите, он тут вообще тоненький такой. Такой вот у нас он тоненький. Ну, ничего, не беда, сейчас раскусим. Сейчас пальцы замараюсь я. Такой хрумтит хорошо. Ладно, потом доем, чтобы видео продолжить. Такой вот контейнер. Я тут уже немножко скушал конфеток. И решил потом все-таки сделать обзорчик. Итак, переходим теперь к... кстати, кухне. Раньше я заказывал и арахис в беконе, арахис в сыре, арахис в васаби, в красной... Не, не в красной, просто в икре, в паприке. Тоже очень вкусные. Но решил просто все попробовать. Это я уже заказываю в который раз, потому что очень сильно понравилось мне и моей девушке. Итак, это у нас приправа гранулированная курица. 100 грамм. Сейчас я посмотрю. Гранулированная курица 100 грамм. 12 гривен 74 копейки. Ой, блин, немножко оно рассыпется тут. Видите, вот такими вот гранулами оно сделано. Тоже какая-то зелень есть. Ну, по вкусу оно как бы Галина Бланка или Маги кубики, если вы помните. Такого вот плана. Не знаю, вот эти все приправы тоже. Приправа гранулированная 15 овощей. Тоже, они все как бы одинаковые, но не знаю, в чем разница. Может, оно потом почувствуется, когда начнем готовить. Но оно все одинаковое идет. Все друг на друга похоже. И запах тоже такой, как Галина Бланка идет. Так, это 15 овощей. Сейчас я посмотрю, сколько оно стоит. Приправа. Где оно? 15 овощей. 85 грамм. Меньше, чем куриной. Сейчас. 11 гривен 76 копеек. Так же само стоит и универсальная. В чем заключается универсальность, я не знаю. Но она такая же самая, как по виду. Так же само, как и все остальные. И так же само на вкус тоже. Похоже. Итак, дальше у нас идет тимьян чебрец. 15 грамм. 7 гривен 84 копейки. Наверное, какая-то приправа. Заказывал просто. Краина выробник, изготовитель Египет. Это все наша украинская Украина. Дальше у нас приправа к мясу. 40 грамм. Где оно? Приправа к мясу. Стандарт написано у меня 40 грамм. 10 гривен 78 копеек. Вот такая вот баночка. То есть очень хорошо, что в таких вот баночках. То есть ты покупаешь не пакетики и ничего. Здесь у нас черный перец молотый. Ой, я же вам не показал вот эту, да? Приправа к мясу. Вот такая вот.
Если вам видно, видно, да? Хорошо. Дальше у нас идет черный перец молотый. 45 грамм. Краина-изготовитель Вьетнам. Даже так. Будем вьетнамцами. Так, сейчас я найду. Как-то не нахожу. Приправа. О, первый черный молотый. О, не молотый. Горошка. 45 грамм. 33 гривны. 42 копейки. Не знаю, может, есть и изготовитель Украина, но будет дешевле. Решил такую попробовать. Дальше у нас идет черный перец молотый 45 грамм. 21 гривна 56 копеек. Сейчас, я не открывал, не показывал. Вот такой вот у нас перчик. А, тоже так пахнет. Можно самому измельчить, и будет то же самое. Ну, не хотел мучиться, не такое заказал. Так, ссылку на сайт я оставлю под видео в описании. Можете заходить, себе заказывать. Также есть и доставка по Украине. Доставка по Украине идет новой почтой, наверное, и Укрпочтой. И 500 гривен, если заказывать на 500 гривен, то доставка по Украине бесплатная. По Киеву идет 300 гривен доставка бесплатная. А все, что ниже, тогда уже надо уточнять. От 35 до 50 гривен. Так, всем спасибо за внимание. До свидания.